Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми підбиваємо підсумки, політичні підсумки року, що минає. З нами народний депутат України Кирило Нестеренко. Кирил Нестеренко, народний депутат України, закінчив Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут та Харківський національний університет внутрішніх справ. Майстер спорту з бадмінтону, засновник громадської організації «Гранат». У 2019 році обраний до Верховної Ради, входить до фракції «Слуга народу», хобі – бадмінтон. Кирил, я вас вітаю. Власне, перше питання. Якщо думками повернутися в грудень 2018 року, чи могли ви тоді уявити, що Володимир Зеленський стане президентом України, парламент буде повністю переформатований і, зокрема, ви станете народним депутатом України? Однозначно ні, о такому даже не мог думати, но очень, знаете, так, я чувствительный человек в том плане, что было такое напряжение в стране, что нужна была такая перезагрузка, причем должен был прийти такой человек, которого мы всегда все ждали очень, которого мы, как видим, 73% украинцев поверили. Поэтому я очень благодарен избирателям, украинцам, то, что они дали возможность. Вот президент Зеленский уже президент. И результаты, немножко вот сейчас позже я о них хочу поделиться. То, что я стану депутатом, ну, у меня, знаете, никогда не было такой цели прямо вот стать депутатом и все. Я вот всегда жил, всегда по совести старался делать все. Занимался своей деятельностью. Вначале это была спортивная деятельность, после этого общественная деятельность, помимо этого и коммерческой деятельностью занимался. И вот так сложились обстоятельства. 2019 год, возможность такая подвернулась. Я был волонтером на президентских выборах в Днепре. И после этого открыли конкурс. Такая возможность для всех молодых ребят, для украинцев, попробовать свои силы. Неважно, там, не обязательно депутатом. Дизайнером, айтишником, ну, вот в команде, новой команде, Z-команде, команде президента. И одна из вакантных должностей была, вот как конкурс, это по поводу народного депутата. Я однозначно не задумывался о других фракциях, потому что вот мне всегда нравилось, вот знаете, все молодые, такие заряженные, правильные вещи, и реально всю команду надоело и достало вот то, что происходило 28 лет до этого с нашей страной. Разворовывали, разрывали ее просто на запчасти. Поэтому то, как сейчас мы движемся, я очень этому рад. Очень так тоже положительно то, что не обязательно иметь миллионы денег, чтобы стать народным депутатом. Главное вот жить по совести, желание и вот как пример для всех молодых ребят, не обязательно, вот, не буду заострять внимание именно на политической деятельности, где бы ты не хотел работать, кем бы ты не хотел стать, все возможно, вот перед вами я как живой представитель этого всего, и я считаю, это только аванс, дальше вот мы работаем, чтобы украинцы уже ощутили это как можно скорее. Те, що президент і ви, як народний депутат, не мали політичного досвіду до обрання, це ви вважаєте радше плюсом чи мінусом? Я бачив таку веселу мініатюру, знаєте, підведу чуть-чуть к этому. От політичний опыт в чому? Красиво говорити, либо же от, в чому він заключається? Либо от ці схеми розворовування бюджету. В чому потрібно звесити політичний опыт? Мініатюра ця була дуже весела, знаєте, колонка, когда набирают воду. И там была эта история с животным, собачка. Собачка набирает, и вот оно так и называлось. Вот, фракция «Слуга народа» говорят, что у них отсутствует политический опыт. И вот как касательно там, потоков вот этих финансовых схем они себя ведут. И нажимает она, а вода течет,
она отпускает только ловить воду, она заканчивается. Поэтому нет возможности и нет интереса в этом всем. Наконец-то, я уверен, и Днепропетровская область, кстати, как лидер во всем, сейчас показывает, как это вообще без коррупции, без дыр в бюджете. Вот по-настоящему, я уверен, вот знаете, результат сразу нельзя показать, вот, да, мы дырки залатали, и сразу у нас Сингапур. Нет, постепенно. Но в 2020 год я на него очень большую ставку делаю. В первую очередь мне хотелось бы, чтобы наступил мир. Я уже там в соцсетях неоднократно говорил, что это мое желание было Деду Морозу. Помимо этого, очень хочется, чтобы год был тоже по строительству дорог. Это наболевшая проблема. И кроме там, трассы Киев-Харьков, Киев-Львов, украинцы особо не ощущали это. Сейчас вот уже активно строится трасса Днепр-Решетиловка, Решетиловка-Киев. И я уверен, это то, о чем мы мечтали. Помимо этого, из того, что уже сейчас можно ощутить, это мы проголосовали за рынок газа, открытый рынок газа. И с Россией удалось достигнуть договоренностей. Для украинцев это будет ощутимо. Порядка 300-400 гривен в коммунальных платежках будет уже цена меньше. Я считаю, это победа. Потому что все же у нас растет, да, повышение. А тут, наконец-то, мы показываем. Вот убрали схему. С какого периода? С сечня, с лютого? Скорее всего, это будет уже с января месяца. Вот 2020 год вкладываем это. Примерно 15% подешевления будет на тарифах. Можем также проследить по курсу доллара. Он падает вниз, и это не предел, потому что украинская гривна, она одна из самых недооцененных валют. Уже с начала года мы на 19% по позициям проявились. Я уверен, может и 20 быть. Я думаю, ми ще поговоримо про гривню, про долар. Але якщо говорити про чисту політику, чому, на вашу думку, попередній президент, п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг утриматись на посаді? Смотрите, знаете, я вот тоже для меня новая политика, но я вижу, как представители старых партий, фракций, они в парламенте все равно представлены. Они говорят популистические вещи, но, знаете, когда у них была возможность, они, видимо, не успели. 5, 10, 15, 28 лет мало было времени для того, чтобы какие-то изменения внедрить. Да, много есть негативных моментов касательно, там, мы в турборежиме работаем, не обращаем внимания на глубину законов. Но это все вот специально раздергивание ситуации. Я не вижу никаких там проблем. Вот лично у меня, да, работает команда профессионалов. У меня в Киеве есть офис, который занимается законотворческой деятельностью. Помимо этого, есть помощники. В Днепре вот я уже попал на украинские сенсации. У меня больше всех помощников, как оказалось. И я не скрывал, что там определенные какие-то у меня с ними там договоренности, я их стимулирую для того, чтобы они развивались. Это штатных, позаштатных? Есть, четыре у меня на оплачиваемой основе, и получается где-то 10 на общественных началах, а всего у меня 30 их. Выстачало. Да. Я верю, знаете, что они как раз сейчас на поле работают, особенно вот в Днепре моя команда, общаются с каждым избирателям моим, с каждым жителем, решают вопросы и показывают разницу, как было, а теперь как наконец-то стало. Чтобы не просто это поговорили, перед выборами там красиво кампанию провели и все. Чтобы после выборов вот изменения наконец-то настают. И я верю, что в будущем они могут стать депутатами городского совета именно вот в Днепре. Повертаючись до питання, чому президент Порошенко не зміг переобратися, якщо прослідкувати історію всіх 28 років незалежності, жоден президент, окрім Леоніда Кучми, другого президента, не обирався на другий термін. Більш того, президенти Кравчук і Янукович не змогли навіть одного терміну добути на своїй посаді. З вашої точки зору, чому складається така ситуація? Це прояв демократії чи прояв тотальної недовіри народу до влади? Смотрите, очень показательно, слава богу, не было, да, там Майдана после, там, 14-й год, это страшный год, и кровавой ценой досталась, вот, скажем так, перемена в власти. Петр Алексеевич это не оценил, и после этого
мы видим, что за 5 лет ничего не улучшилось. Спросить у людей, они все равно говорят, что в 2010 году мы жили лучше, мы зарабатывали больше. Курс доллара был 8, зарплаты были те же. И если вот так вот сравнить, ну там те же я примерно это округляю, ну в долларах украинцы были богаче. Поэтому, знаете, очень такая это сложная история. Начинаю я понимать, да, за что цепляются старые политики. Это однозначно какие-то популистические действия. Вот мы громкие высказывания, мы закончим войну. А тут действительно, вы же видите, уже обмен пленными произошел, моряки вернулись. Я уверен, что в 2020 году мы сможем взять территорию Донецка и Луганска под контроль и провести там выборы. И это будет опять украинская именно вот такая территория без каких-то ограничений. Потому что, ну, зачем так? А взагалі, як вам знаходитесь в одній залі з колишнім президентом? До речі, ви хоча б раз там спілкувалися? Ні разу не общався, тому що, ну, нет у мене особого уваження, ну, о чем? Я не вижу для себе. Вот. Ну і він не так часто там є. Поэтому у нас, я рад, що є більшість, є команда, у нас система фракціонна, ми, как я уже на предыдущих эфирах говорил, если 70% нашей команды голосуют «за», то мы все голосуем «за». Вот. Есть дискуссии, есть не все так гладко, однозначно споры, но только в спорах как раз истинное решение и мнение у нас получается. Угу. Тема нашої розмови – це підсумки року, політичні підсумки року. Яку подію 2019 року в політичному житті країни ви вважаєте ключовою? Це обрання Зеленського чи це, можливо, щось інше? Так, да, однозначно, це обрання Зеленського. От я пам'ятаю, як вчора, ще от ці відчуття. Ви смотрели дебати? 18-го Порошенка та Зеленського? Да. Я був там на стадіоні. Вот это, вот знаете, лично у меня было такое ощущение, что стена рухнула, старая, вот такая старая власть. И наконец-то появилась такая свобода, демократия и зеленый свет в конце тоннеля, что у нас все-таки весна пришла и рассвет. Ну, такой потенциал, как у нашей страны, я мало у кого знаю в Европе, а я по Европам объездил по всем странам. Поэтому пора его наконец-то применять так, чтобы был результаты было ощутимо, потому что вот я общался, да, с президентом, ну, минимум это топ-10 в мире, чтобы мы вошли. И это реально. А особисто ваше обрання до парламенту було несподіванко, оскільки ваш супротивник, ну, досить такий важковаговик? Ну, от смотрите, для мене було неожиданностью то, що я победил в конкурсі, то, що такі конкурси реально прозрачні, вони работают. Тобто складніше було навіть у конкурсі перемогти? Ні, для мене це було неожиданностью. Угу. Это первая часть. Вторая часть – это выборы. Это отдельная история. Тут были, ну, нельзя сказать, что военные действия, но это было такое сопротивление серьезное. Я тогда еще не знал, да, там смысл вообще, вот столько мои оппоненты тратят усилий, денег, это же потом они планируют это отбить. Ну, откуда и зачем, ради чего это все. Теперь понимаю, но это я всего от этого далеко держусь, потому что я считаю, такая возможность, которая мне выпала и моей команде, это действительно исторический момент. И нужно по максимуму сейчас оправдать это доверие. Вот. Оппонент был достаточно серьезным, но я ни на секундочку не задумывался, что я могу быть вторым. Ну как это? Ну, вот, был уверен на 100%. Я фактично кожен місяць задаю це питання і політологам, і вам, до речі, на минулих ефірах задавав. Але йде час, і цікаво, наскільки оновлюється ця інформація, наскільки фракція «Слуга народу» є монолітною в Верховній Раді станом на сьогодні? Смотрите, да, были несколько голосований, из там по статистике примерно 1700 голосований у нас прошло за 4 месяца работы. Ну, я думаю, до 10 будет голосований, которые мы не приняли. Не приняли командно, потому что там, знаете, я считаю, это до конца не удалось убедить друг друга. Все равно есть определенные видения на речи, на вещи. И, ну, это немножко недоработка в такой командной работе до голосования. Потому что у нас нет, видите, все спокойно, слава богу, там нет никаких драк, ничего.
все максимально, знаете, и кто там кричит, ну, это все неважно, потому что мы целостны, и этого достаточно для принятия любых решений, ну, кроме конституционных. До речі, щодо ДРАК, ваш колега, да, ви 26-й округ, 25-й, Максим Бужанський, був все-таки момент, да, чи там не було ДРАК, оскільки по суті, на відео не дуже там? Драки, як толком, її і не було. Ну, як мужчина поступив, правильно об'яснив, заступився за Ірину, нашу колегу Верещуку. Да, вот, так, щоб, знаєте, ну, був такий контроль себе, тому що нужно уважать, воспитание должно быть правильно. Ну, при девушках, при женщинах нужно корректно общаться без матов откровенных. Вы читали это еще? Было? Да, я же в курсе всей информации. Ну, там, ну, я вам говорю, драки не было, просто, ну, показал место, как себя вести. Я считаю, достойный поступок. Чи впливають на рішення фракції, я маю на увазі результати голосування, якісь зовнішні чинники, позапарламентські, там, президент, офіс президента, уряд, можливо, якісь олігархи, якщо так, як це проявляється? От смотрите, прям такого какого-то воздействия я не ощущал за вот эти 4 месяца. Я не могу сказать, что вот если президент как-то рекомендует, с нами общается, да, это бывает нечасто, но собирает фракцию, есть президентские законопроекты, я считаю, это не, как раз никакое воздействие, так как мы в его команде, то это правильная система. Также с нами взаимодействует там кабинет министров, он максимально рассказывает по какому-то из там, каждое направление рассказывает по тому или иному законопроекту плюсы и минусы. Вот, ну, чувствуется командная работа. Да, опять же, бывает по-разному, но я считаю, чем дальше, тем мы немножко укрепимся. Это как в отношениях. Парень с девушкой, бывают сложные моменты, притираются характеры. Но та возможность, тот, скажем так, то доверие, которое нам дали, ну, нельзя. Нельзя даже думать о каких-то там негативных вещах. Наскільки тісно ви співпрацюєте і спілкуєтесь з іншими мажоритарниками, що були обрані від Дніпра? Це ще 5 чоловік, фактично. Я вважаю, що взагалі Дніпропетровська область – це одна з найсильніших областей. Ну, не тільки тому, що президент відсюди родом. Во-первых, потенціал сумасшедший. Даже внегласно некоторые считают это финансовой и промышленной столицей. Вот Днепропетровська область, как, ну, на просторах всей Украины. С мажоритарщиками мы активно дружим. Я со всеми ими познакомился вот на предвыборной кампании, когда мы собирались. Да, вот мы недавно на этой неделе, в понедельник или вторник, чтобы не обмануть, было проведено, приезжал USAID, я отправлял своих помощников туда на тренинг. Тема была взаимодействие с органами местного самоуправления, с общественными организациями. Вот. Это в областной администрации. Да, да, угу. Да. И, в принципе, там тоже были наши коллеги. Мы со всеми максимально общаемся. Бывает, даже иногда вместе ездим на одной машине, удобно. Ну, нет такого, знаете, никто с охраной не ходит. Поэтому мы в одной машине все помещаемся нормально. Поэтому очень просто, понятно, как и должно быть. Можете назвати прорахунки недопрацювання фракції за ці 4 місяці? Недоработки. Ну, от касательно ігорного бізнесу, це останнє, що на пам'яті. Я вважаю, що це немножко було неправильно, що ми його не підтримали, тому що він все одно є, к сожалению, і всі об этом знають, але проходить мимо бюджету. Бюджет мы максимально должны стараться, чтобы он был больше, чтобы он был защищеннее, чтобы не было дырок. Поэтому вот игорный бизнес не проголосовали, это минус. Земельный вопрос один из таких самых актуальных. И, кстати, я считаю, напрямую связан с результатами выборов в объединенных территориальных громадах. Да, там результат не такой ошеломляющий, как в президентской кампании, как в Верховную Раду. Но помимо этого, вы знаете, я считаю, это связано напрямую с нагнетанием ситуации касательно рынка земли. Потому что внегласно, в кулуарах, когда мы обсуждаем, все его поддерживают, по сути. Просто есть у каждого свои правки, поправки на этот счет. Ну, вы же видите, я когда голосовал, я вот сказал, что в первом чтении голосую, но только если мои правки будут учтены.
Я не подавал правки, потому что коллеги подали, и в принципе, ну, зачем заниматься спамом? Уже не 200 тысяч, 10 тысяч гектаров в одни руки, а уже 10. Уже разбираемся касательно кредитной системы, чтобы было кредитование для украинцев на покупку, на продажу земли. По иностранцам сейчас очень такая жесткая ведется дискуссия. Я думаю, что... Ну, мораторий, кстати, продлился. Многие там есть мнения на этот счет, что мы не проголосовали за продление моратория на 2020 год, но он автоматически продлевается до принятия следующего законопроекта касательно земли. Поэтому тут тоже никакой зрады, разворования, ничего не будет. Нам, я считаю, вот нужно как никогда сплотиться, объединиться и другим фракциям в том числе. И чтобы мы слышали друг друга. Потому что, да, вы же видели тоже драки на аграрном комитете, срывы, знаете. Ну, полностью закрывать глаза на это нельзя, на другие фракции. Нужно с ними тоже считаться, потому что, ну, мы все-таки, их тоже поддержали украинцы. Нужно друг друга слышать. Це ми так, трохи поговорили про негативи, позитиви які? Давайте, все-таки Новий рік скоро. Самый большой позитив, ну, я хочу сказать про Днепр, это аэропорт, который уже в 22-м году, в начале года точно будет построен. Мільярд у цьому році, на наступний, точніше, рік. Да, в прошлом мы уже 200 выделили миллионов на проектирование, на следующий у нас заложен миллиард на строительство уже. Много там было рассуждений касательно того, что конкурс вначале был, потом его отменили. Но хочу всех тех, кто недоброжелатели, расстроить, потому что конкурс уже будет проводиться через Киев. И в январе он в ускоренном темпе как раз будет принят. Поэтому вот то, что обещали, это будет. И я считаю, это очень важно, потому что, ну, Днепр очень красивый город. Много, большой потенциал. И нужно, чтобы туристы как можно больше сюда приехали, посмотрели эту красоту. Там, даже взять старые кадаки. Ну, это же природа вообще, ну, волшебная. Погано, правда, почистити трохи, ну, місто. Так, однозначно. Ну, как только туристы же приедут, они будут тратить деньги, они поднимут бюджет города, они поднимут, ну, бизнесу выручку. Ну, вот взять Львов, взять Киев. Ну, они же на туристах очень неплохо развиваются. Вот, в принципе, мне нравится то, что мы начинаем заниматься и развитием, наполнением бюджета. Но помимо этого, очень важная работа, это чтобы залатать дырки, либо те, кто откровенно рвут этот корабль изнутри, их убрать. Потому что, ну, иначе, знаете, это как лодка набирает воду, но если постоянно выливать эту воду, рано или поздно она затонет. Еще позитивы. Так, так. Это неприкосновенность депутатская. Все говорили, а мы сделали. Я считаю, это большая победа. Помимо этого, это газовая ситуация, вот, по поводу транзита. Сейчас уже это будет ощутимо в платежках. Тобто, ну, прямые поставки. Да, да. Ну, красиво наш президент говорил, что у России газ, а у нас труба. И это исторически, и не надо тут ничего выдумывать. Очень много наработок есть в моем профильном комитете по экологии. Это вот касательно отходов. Мы принимаем сейчас большой рамочный законопроект. Наконец-то пишем правила поведения с отходами. Проводим планы регионального вот сейчас обследования всех полигонов, потому что не все они соответствуют действительности. Много стихийных свалок. Вот этому наконец-то уделяется внимание. Помимо этого, мы с коллегами были на выездном заседании в Кривом Роге. Там посетили ArcelorMittal. Если бы мы не отбивались от экскурсии, было бы все красиво, все чистенько. Но так, как только мы сказали, поехали немножко туда на производственные цеха, и как только, да, там мы вышли с автобуса, я достал такой телефон, и спустя там 30 секунд он уже был черный, потому что от промышленной пыли. А этим дышат. И это онкология. Очень важно, вот сейчас мы по медиамониторингу занимаемся разработкой как раз той системы, которая будет онлайн все это контролировать. Потому что, знаете, да, там днем вроде заводы дымят в норме, все красиво, а ночью как раз делают аварийные выбросы, которые очень сильно сказываются на нашем с вами здоровье. Ну и такая тоже небольшая победа, это отмена в 2022 году целлофановых пластиковых пакетов.
Я считаю, это очень правильно. Изначально же просто идея создания этих пластиковых пакетов была, чтобы они были многоразовые, но так как оно сейчас набрало такой оборот, это уже стихийная большая беда, и даже если где-то есть степень разложения этих пакетов, то они потом оседают в почве, и это попадает в воду, которую мы с вами пьем. Поэтому это тоже очень важный такой момент. Вот я считаю, экология наконец-то в приоритете у нас в стране. 2020 рік буде роком місцевих виборів. Чи готується до них «Слуга народу»? Пока не было никакой информации по поводу подготовки. Ну, мы проголосовали за новый избирательный кодекс. Они будут идти уже по немножко другой системе. Рейтинговой системе, системе списочной, открытых списков. Вот. Конкретной никакой подготовки пока я еще не замечал. Но вы же понимаете, сейчас некогда этим заниматься, нужно показать результат. Потому что вы меня в прошлый раз спрашивали, да, по поводу там, есть ли желание на мэра идти. Я вернусь к этому, скажу, что нужно сделать определенный результат. Вот уже есть сейчас все возможности для того, чтобы показать результат, и после этого нужно двигаться. Поэтому, ну, пока нету особых у нас еще больших побед, я считаю, после этого, вот 20-й год, как сказал президент, это год человека. Вот не там, как это было сейчас, год свиньи, то год крыс, а именно вот человека. И все для человека. И я уверен, у нас все получится в этом. Коли мы все-таки побачимо місцеві команди «Слуги народу»? Сложный вопрос, это не мой профильный комитет. Ну, вроде как выборы уже точно планируются на 30 ноября. На жовтня, не? Октябрь. Может, да, октябрь. Может быть, октябрь. На осень планируется, поэтому еще времени предостаточно. Вот всегда выборы, знаете, это какой-то черный обман, какие-то грязь льют друг на друга. Ну, давайте мы еще поработаем. Вот максимально нужно от этого отгородиться, потому что люди тоже уже устали от выборов, они хотят увидеть результат. Поэтому вот пока нечего даже вам сказать, работаем. Ваша оцінка як народного депутата, діючого міського голови Дніпра, чи взаємодієте ви з ним? У Фейсбуці він написав, що, в принципі, нормально спілкується з усіма мажоритарниками. Ну, окрім одного. Точніше, не в Фейсбуці, а в одному з останніх інтерв'ю. Ну, нельзя сказать, что я постоянно там с ним на связи, но я хочу сказать, что много вопросов вот в 2019 году ходящим нам удалось там совместно решить. Отопление, которое 3 года не получалось подключить, оно заработало. Прохронировали деревья, очень так неплохо в этом направлении поработали. Подъездов сделали несколько. Да, это, конечно, не так, как хотелось бы. Хотелось бы намного больше, хотелось бы, чтобы, ну, знаете, было плотнее взаимодействие. Но сложно судить, потому что не всегда совпадают интересы, совпадают взгляды. Вот. Не хочу никакие, знаете, чтобы это ощущалось на избирателях, какие-то вопросы. Важно для меня, чтобы люди видели результат. Вот. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Кирилом Нестеренко. На все добре.